Монахов. Потерял мяч Бабкин. И Ростов очень быстро, надо признать, переходит в атаку. Мяч уже в штрафной. Удар не сильный. Ближний угол. Худяков все контролировал. Воу! Савин забирает мяч. Быстро-быстро Миранчук разгоняет атаку. Передача на фланг, на Живоглядова. Живоглядов в штрафную. Ростов! Мне показалось, мяч в ворота летит, но пролетает рядом со штангой. И это очень острый момент. За Ростов в прошлом сезоне играло 40 футболистов. Мамаев. Пас налево. Будет ли удар? Бить неудобно. Удар последовал, и даже повторный удар. Но мяч шел мимо, на всякий случай Савин прыгнул. Но мяч шел рядом со штангой. Я предположил, что Миранчук будет бить. Но почему-то не стал этого делать Антон. Мамаев, передача. Довольно острая передача. И что? Пенальти. Кравличенко забивает. 1-0. Хотя Савин угадывает направление полета мяча. Неплохая комбинация. Зинович в штрафной уже Никитин. Бьет и забивает. Но был офсайд, насколько я могу судить. И Ростов активно проводит вот эти минуты. 36 нарушений. Но это просто немыслимая какая-то цифра. Ой-ой-ой-ой-ой. 2-0. Да, несколько курьезный мяч влетает в ворота Савина в матче против клуба Целье. Ну и вот смотрите, Локомотив отыгрывает один мяч все-таки, и делает это вездесущий Петров. Юркий, быстрый, забивает в падении.